Удовлетворительно, это неплохо. Пошли, пройдемся. Так у меня гранат еще. Сенсорных было мало. Ладно. Демонстрация Экзо Марк 3 начнется через 5 минут. Атриум. Что ж, снова привет, ребят, и я продолжаю снимать Advanced Warfare. Ребят, ну, судя по всему, я не уверен, конечно, что всем нравится, но мне эта игрушка нравится, и я хочу ее записывать. Ребят, и что ж, у нас тут пишут улучшение. Улучшение. Мы можем что? Сопротивление, отдача, снижает отдачу оружия на 10. Отдача мне как бы не важна. Снижает урон от взрыва на 25. Увеличивает количество летательных гранат. Вот летательных гранат я хочу. Вот, ребят, хочу летательные гранаты. Где там Enter? Оп. Enter, Enter, Enter. Увеличивает использование способности на 1. Не, тактическое не надо. Мне нужен бег. Вот это мне реально нужно. Вот мы прокачались. Что ж, давайте начнем. Вот мы остановились на первой миссии под названием «Боевое крещение». А сейчас мы посмотрим, что у нас сейчас. Давайте. Следующее задание. На второй день кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Что-то записи не то. Им на помощь прибывает еще одна дивизия. Можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Что-то записи не то. Почему одних смерть минует, а других забирай с собой? Ну и здесь переживем. Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айвенсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айвенс останется для нас одним из лучших. Жалко Айронса, ребят. Кто смотрел прошлую серию, кто не смотрел, просмотрите. В конце видео будет ссылочка. Это как бы вот так вообще вот там так обошло. Не без жертв, конечно, ребят, война. Это да, ну, погиб Айронс, еще нам там руку оторвало. Это вообще жесткач. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут подгрузится. Вот, еще хотел бы сказать, буквально пару. Вот минут назад я записал подкастик. Будет он раньше, чем серия Call of Duty. Ну, конечно же, понятно все. Смотрите там в основном все, что я собираюсь делать. Все, что какие у меня там события. Ну, я надеюсь, что не ну, все успел рассказать. Ну, сейчас мы ждем, пока она загрузится. Оп. Тут буквально пару... Минуточку, может, меньше полминутки. Ждем. Атлас. Тип скелета. Специалист. Специалист. Окей. Его будет помнить семья. Друзья. Соратники. И народ Америки.
вот мы без руки. Оторвало нам тогда руку. Вот так вот начинается Call of Duty Advanced Warfare. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком много. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант, ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Классная визитка. Сержант. Атлас. Ну-ка, дай раз. Классная визитка, ребят. О! Мы с рукой уже. Что это за здание? Куда мы идем? Кого нам надо спасать? Кэмп Дэвид Мэриленд. Окей, не знаю, что это такое, но... Допустим. Кто мои? Мне вот этих вот завалить? Вы издеваетесь? Да вы что? А, все. Я одного стрельнул, так чё? Чё ты гонишь тогда? Чё, красавцы, пошли. Кухня, говоришь? Давайте так аккуратненько. Опа. Атлас 01. Мы нашли его. Пресс-центр, южное крыло. Понял, пророк. Мы зашли. Немножко так. Кидай сенсорную гранату. Он... подгружает немножко так. Ага. Подгружает он немножко эти. Японцы. Или корейцы. Я уже и не помню, если честно. Так, собрались. Что? Что, что установить? Ну ладно. Ай-яй-яй. Вот как... На. Всё. Нифига ты. Шмальнул. Я же его убил. Мы спасательная команда Атласа. Можете назвать свой код? Зулу Данго. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Зачем код, если ты президент? Господин президент, вы президент? Вот это то же самое. А, о-о-о. Давай перезаряжай, давай дошмалять его, ну. Чё, я должен все это делать, что ли? Или как? Вы что же из Атласа? Я что ли должен в Атласе вам помогать, что ли? Ай! Что за... Ай! Тихо, что-то с, у нас с протезом. Ага. А. Есть. Ай, не надо рашить, не надо. На. Так. Лежишь, лежи. Так. Так понимаю, мы с протезом покупаться не сможем, да? Ха, я хотел так покупаться. Ладно. Хорошо. Где патруль? Не стреляй, пусть пройдут. Я не вижу ваш патруль. А, во, патруль. Щетка беспалевный. Я уже 100 раз свет посмотрел. Окей, пошли.
Давай, иду. Куда идем? За машиной? Не, не за машиной. О, этот, как его? А, гольф? Пророк, мы подходим к северной подъездной дороге. Как хорошо. У нас с эвакуацией? Транспорт идет, ждите через минуту. Придется нам здесь окопаться, пока с нами не будет. Не подпускай их! Ай-яй! А что? Пошли, пошли! Давай! Ай! Ай-яй-яй! Что с рукой? Что? Рука... Ай! Фак! Митчелл, болван! Ты покойник. Что за? Сброс! Отказ техники не оправдан. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай! Слава богу, а то я думаю, мы уже все. Еще президента замочили. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Тур? Торт? Или тур? Или торт? Прыгал. Ага. Или торт? Или тур? Может быть, скорее всего, тур, потому что торты точно петь не умеет. Печь не умеет. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет классно. Сделано, босс. Классно у них в Атласе. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики. Мы сила, суперсила для найма. Да, то есть наемники, понятно. Я вам плачу начал. И это танк. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Корея, Сьерра-Леона, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Понятно. О, вот такие вот экзоскелеты у нас были. С бустерами. Тоже тренировки там. Может, нас так тренировать будут, типа обучение. Митчелл. Знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ну ладно, хорошо. Пойдем. Ладно, сюда. Пошли. Айронсу ты понравился. Вау. Ты нос не задирай. Классно, мне бы такой экзоскелет, я бы тоже сейчас бы чем-нибудь там понамутил такого крутого. Мы разработали. Куда мы идем? Штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит и есть функция овердрайва. Что такое овердрайв? Почини эту штуку и иду ко мне. Ага. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Давай. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Хорошо. Сейчас я тут оторвут ее опять. Ой. А, это так, все равно не настоящий. Сейчас шапка. Прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Пошевелить?
Ага. Чуть-чуть подстроим. Подождите. А, хорошо. Что нам еще надо? Хорошо, еще раз. Еще раз? Что с моей рукой? Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. Что за... Ладно, все в порядке. Но я вообще в порядке. Еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Хорошо. Типа к тебе зайти еще когда-нибудь, да? Ладно. Давайте уходим. Классно тут. Вот, походу, это он на этом и говорил. Ну, типа... Это не специалист, а что-то такое. Понятно. Ну ладно, пошли за мужиком. Пошли. Мне типа учить сейчас стрелять будет, походу, да? Драка. Рукопашный. У него штурмовой. Бедолага. Круто. Что такое штурмовой? Ладно. Вот все так круто, ребят, это что? Вау, дроны полетели. Дроны, дроны, дроны. Сейчас посмотрим, что тут у нас еще есть-то. Ух. Вот нам бы из этого чего пострелять. Было бы круто. А вода так и не изменилась. Снова тут, Илон? Пытаешься что-то доказать? Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Посмотрим. Твоем так, это что у нас? Использую его, чтобы получить тактическое превосходство. Это как батарея что? Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Когда будешь готов, займи позицию. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Ну я в принципе готов. Чтобы начать. Начинаю тренировку. Первый Давай. Раунд. Так. Давай. Используйте овердрайв. Овердрайв? Что это такое? Овердрайв? А, это походу замедление времени. Но я не понимаю, как вот это работало в реальной жизни. Овердрайв. Второй раунд. Так. Ага, двигается. Используйте овердрайв. На. Овердрайв. Хорошо, давай еще мне. Третий раунд. Третий раунд. А. Ага. Ай-яй. Используйте овердрайв. Так. 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 Блин. Чё-то мне кажется, мы сейчас профукаем это все. Тренировка завершена. Оценка отличная. Отлично. Теперь метание гранат. Просто тренироваться с разными типами. Ага. Хорошо. Смысл, они же самонаводящиеся, я не знаю. Смысл их метать. Что тут у нас? Ой! Пиздец. Снова запустить симулятор. Вас понял. Угу. Мы с Митчеллом будем через минуту. Так. Метание гранат. Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходное. Гранаты? Ты можешь где их взять? Переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Включи пульт. Ага, Илона, как обычно, первая. Кидай сенсорную гранату! Ха! Ха! Кидаю. Выстрели сквозь стену, чтобы поразить тебя. Ага, можно так, да? Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. А как на Эми-то переключиться?
Удерживайте Q и нажмите F. Ага. Короче, мне так проще сделать. Потому что Эми... Смарт-гранату и держи прицел для наведения. Ага, хорошо. Есть. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Для начала тренировки. Начинаю тренировку по метанию гранат. Оп. Ага. Это что? Воу! Я не знаю, что это такое. Использую сенсорную гранату еще раз. Ага. Короче, я, ребят, не знаю, как это все работает. Так. Ага. А где жалкие людишки? Тренировка завершена. Оценка удовлетворительна. Удовлетворительно, это неплохо. Пошли, пройдем. Так у меня гранат сенсорных было мало. Ладно. Демонстрация Экзомарк 3 начнется через 5 минут. Атриум. Хорошо. Хорошо. Что у нас? Дальше. Так, я так понимаю, сейчас оружие надо будет... Зевай, Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз я... Ох ты! Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это я возьму. Это точно возьму. Это я точно возьму. А это что у нас? Это что у нас? Это так. Что у нас? Это я взял. Вот это я хочу. Вот реально хочу. А вот это. Вот это что? Вот это я возьму, да. Все. Это я возьму. Ну, да подождите, да я выберу. Хотя. Я люблю снайперки. Не знаю, как вы. Да прошу прощения, но. Джокер, зачем вы сделали два лифта? Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаем симулятор. 3, 2, 1. Старт. Я веду. За мной. Вот и они. Огонь, огонь. Использование драйв. На-на-на, овердрайв. Давай, ладно, все, забей. Оп, давай. Прицел. Давай. Лежа так. Какая странная снайперская винтовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, давайте так. Это же все равно симулятор только. На. Так. Ба-б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 а. На. От обожаю снайперские винтовки. Так, штурмовать, штурмовать. И штурмовать. Захожу в кухню. Ай, ну прошу прощения, это я зарашил. Надо было этого не делать. Надо было взять пушечку по другую, потому что снайперская винтовка это так больше для открытых. А там закрытая и... Да. Захожу в кухню. Тихо-тихо-тихо. Смарт, 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 смарт. На-на-на-на-на. Я походу своего убил. На. Так, 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 так. Кто? На.
На. Ага. Че, у меня там патроны закончились, что ли? Не, есть. Чисто. Так, куда? А, опять шторм. Шторм. Шоу-моушен. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. А чё, бред какой-то. За нами. Вперёд! Зачем, ну, это медстар президент. Вам направляется большой отряд противника. На диван. Оп, кто-то сейчас вылетит. Наверное, дроны опять, как тогда. А, мне надо подойти. Дроны! Эми, как использовать Эми? Я так и не понял. Эми. А, вот походу Эми. А, короче. Ай, смысл было что-то как-то Эми использовать. Все, мы на улице. Митчелл, используй штурмовой дрон. Штурмовой дрон. Как он использует? Ага. Ага, там сейчас еще и за дрон поиграть разрешут, разрешают потестить, как он, что. Надеюсь, это уже конец, потому что, мне кажется, мы как бы долговасенько так записываем. Ага, оба! Ага, все чисто. Продолжаем движение. Ага. Идем. Я уже понял, куда идти, по идее, да? Туда? Ну ладно, давай я с тобой последую пока что, чтобы, если что, не ошибиться. А то вдруг что, не так сделаю, будешь на меня еще орать, блин, как резанный, не знаю. Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Ну классная вещь, все-таки, да, снайпер. Бегу. Ага. Не лажаю я. Куда? Понял. Атлас 01. Высылаю птичку. Будет у вас через минуту. Где? М. Это на щит. 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 Нету. Ай-яй-яй, сейчас убьют. Убьют меня сейчас. Бегу, ребят. Все, бегу. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что добрался. Ну, я, может быть, тоже рад. Я надеюсь, вы меня не убьете там, ну, если я там облажаюсь, там. Допустим, если я убью случайно своего, вы же меня не убьете, да? Я надеюсь, что вы меня не убьете. Ну что ж, ребят, это было круто. Давайте улучшим свою экзу. Ну, допустим, сопротивление. Снижает урон от взрыва. Ну, ладно, давайте уже купим это сопротивление, и все будет замечательно. Что ж, ребят. Это была миссия Атлас, где нас больше всего обучали всему, как там что делать. А, ребят, я бы хотел с вами попрощаться. С вами был XFox, всем спасибо за просмотр. Что ж, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. И зовите друзей, и
до новых встреч, ребят. Пока-пока. Give me your